кому какое оружие? Выбирайте себе оружие. Первый мой, там около каски который. У нас вместо хвоста канат. И это мы делаем специально. Специально в том смысле, что мы не скрываем эту услугу. Но мы берем за счет других ружей. За счет того, что мы играем в это честно. Но честно в том смысле, что как дети вот играют, вот кайф получают. Да, я крутой. Куча детей. Звезд. Да он уже. Не, а я в КВН участвовал раньше, хотел, вот меня очень сейчас спрашивают. Военные. Я говорю, да куда тебе театральное надо? Движение. Ну и как бы было только возможность в военный институт поступить. Военный институт заканчивал. Я подключу там где-то, ну конечно, никаких. Не, ну понятное дело, конечно. Без проблем, без проблем. Если что. Мне кажется, нужно еще ближе и чуть еще выше. Да, согласен. Чтобы она на кругленький вышла. Да, и да, снизу да, она да. будет хороша. Да, давай, давай. Будет. Здесь поясной план, Леш. Ну ничего, она же здесь все равно да, будет. Да, да, она выйдет, это точно. Здесь вот эта точка, видишь? Ага. То есть, ну и посмотришь, и видно, как ты. И туда вышли, потом общий сейчас. Давай попробуем. Ага, во, хорошо. То есть он завладел твоим глазом. Завладел. Бьет тебе дикнюю на расстоянии. Я тебя жду. Вот он ждет, и ты выходишь к нему. То есть вот в принципе то, что сейчас как у тебя в глазах было, это туда. Досконально принял решение. А вообще сейчас все, я тебе вложил, накидал, делай, отпусти себя, делай как же. Если готов, да, слава. По начале работать. Вообще не сюда пустить. Да, можно так прямо мимо кадра. Да, я тоже думаю. Сейчас. Катюш, если что, сейчас не сюда, вот здесь проходи мимо. Вот он мимо нас прям проходил. И здесь тоже там кинь еще взгляд наверх. Вот наш дом большой. Вот смотри, мы видим. Вот такой план, да? Когда иду, да? Да, когда идешь, тоже кинь там. Ага. Потому что мы видим, дом-то большой, высокий. Камера идет, Начали. Готово, Кать? Камера идет. Начали. Отлично. Вот это то, что нужно. Катюша, дегрейся. Сейчас смотри, что у меня есть предложение. Да. Ты пока иди грейся, Допустим, оттуда, вот там, видимо, где да? Вот так вот держишь. Вот он спрячешься за дом и выйдешь. И ты здесь можешь покрыть. Рельчик, это как будет как другой план. Да, и он выехал сюда, я и здесь вышел дальше. Да. То есть, в принципе, мы как-то не торопим. Уж такой план я устраиваю. Да. И потом с той стороны, я думаю, вот это женское стекло, которое не размывается ничем. И держит. Да, держит. Соль в основном. Раньше как бы печки замазывали. Соль. Сейчас иду. Так, оружие взяли. Играть. Поэтому какие-то вещи очень необходимы. Даже не метанный пластырь.
А вы про этого поедателя разума, или как вы сказали, да, вы сняли? Я... Нет, будем вот снимать. Так, смотри, мы сейчас что делаем? Сейчас тут снимаем и сразу едем к Тарусу, да? Мы сейчас проезды здесь снимаем, там у нас два проезда по полю, потом оттуда, вот где подъезд сюда, вот где озеро у нас, подъезд вот сюда, отъезд отсюда, и потом в Тарусу. Губы? У тебя все хорошо с губами. Вот тут очень красивые девушки. Тут девушка с красными губами и все. А, еще с автоматом, простите. Тут девушка на самом высоком месте с ружьем. Бойтесь ее, товарищ. А это шум. Прекрасная, красивая женщина. Мне нравится эта улыбка. Понимаешь, чтобы мне снять первую дулу, это мне надо... Опля! Во! Вот так вот. Мы сейчас поедем? Я могу упасть, да? Я могу упасть. Встанем? Да, давайте все встанем.